Всем привет. Расскажу сегодня, через какие мытарства пришлось пройти нам с Алексеем из Ростова, из Ростовской области. Значит, у него хороший внешний жесткий диск, быстрый. На него он установил Linux Mint Cinnamon, мою сборочку. Затем, значит, с него поставил к себе на жесткий диск компьютера. А никак Cinnamon'у стартовать не удавалось вообще. Тут вот мы с ним и побился, полазили там, и в настройках все поделали бесполезно. Пока, значит, не стартовали с этой флешки, не сделали разметку жесткого диска и не переделали таблицы GPT в таблице, значит, разделов MS-DOS. Когда мы это дело сделали, разметили, значит, сколько и чего там дать под корневой раздел, под swap файл, установили систембаком все это дело. Все, казалось бы, нормально. Перезагружаемся. Черный экран. Не стартует. И вот тогда мы поставили удивительную мою программульку, которая весит 1,5 мегабайта. Называется OS Prober. Поисковик операционных систем. Вот выключили компьютер. Вставили, значит, на флешечку с этим поисковичком. И, значит, вот вы увидите, как он шустренько нашел Linux на жестком диске компьютера и запустил его. А вот когда мы попали на жесткий диск компьютера, там мы уже врубили настройщики меню и Super Boot Manager настройщик. Он нам все это дело подработал, подшаманил, как говорится. И компьютер стал нормально загружаться. А так, где-то довольно-таки долго мы проволандались, никак не могли запустить уже установленный Linux на жестком диске компьютера. Не запускался. Вот такая штука бывает. Но помогла вот опять-таки в который раз программка поисковик операционных систем. Просто чудо, а не программка. Так что всем я ее рекомендую. Вот эту крохотулечную программу весом в 1,5 мегабайта мы запишем на твою флешку. Заводи пароль. Нажимаю ОК, закрыть. Теперь перезвони мне с мобильничка по скайпу. Нам нужно перезагрузиться с флешки. Флешка остается в гнезде, просто делаем перезагрузку. И в момент перезагрузки ты мне по мобильничку показываешь все. Ну ладно. Да, я успел. Вот она. С нее, да? Да. Нажми на Detect Any OS. Enter нажми. Enter. Нажал. Это что такое? Это Mint грузится теперь уже с твоего жесткого диска. Блин. Это чудесная программа, уже я лет 10 ей пользуюсь. Она позволяет, как правило, в 9 там, или 8 случаях из 10 загрузиться
на операционной системе, которая вообще на экране экран показывал, что не вижу это самое, не могу, ничего не вижу, никакой операционной системы. Она их находит, загружает, а у меня что там установлены загрузчики, и мы теперь попробуем при помощи загрузчиков загрузиться. Значит, какой там ты себе придумал пароль короткий, или там сначала у тебя имя пользователя спрашивает? Имя пользователя. Имя пользователя, какое мы тебе там давали, вот его и заводи, там ты... Да, точно, да. Поменяй-ка на английскую. Любую английскую выбирай или американскую. English, так. А вы же пароли там коротенькие делали, да, по-моему. Да, единичку, по-моему, ты делал. Ну да, мы все единички там делали. Ну и нажимай, все. А я свой ваш. Ага. Заводи пароль. Нажми на бург. Какой там раздел стоит? СДА? Так, подожди. И теперь давай перепроверимся еще вот здесь. Запустим GParted. СДА. Ну тогда нормально все. Установить бург. Enter нажми. Enter еще раз. Окей. Теперь бург эмулятор. Запускай бург эмулятор. F2. Стрелочка вниз, добеги до 40 и нажми на 40. Не мышкой, а стрелочкой. F2 снова нажимаем. Ну так звук-то тебя, в принципе, устраивает? Да, все хорошо. Можно и ставить его платить, да? Нет, ну мы сейчас посмотрим, почему. Так. Вот менеджер драйверов. Если он что-нибудь тебе предложит, ну, послушаемся. Вот ставим сюда рекомендованные галочку. Ага. И применяем изменения. И пусть он их применяет. У тебя, значит, вот справа вот этот таблет, ты уже знаешь, как он называется, да? Да. Как он называется? Он называется Конки. Виджет, гаджет, но сама эта штучка называется Конки. Для Linux вот такие вот, скажем, аплеты или там виджеты называются конками, коночки, коньками. Значит, ну что, вот написано, один проприетарный драйвер в использовании, вот он стоит. Значит, теперь, опять-таки, ты со мной сейчас связываешься
А ты со мной уже по телефончику и говоришь, да? Я сейчас просто камеру включу и все. Давай, а я нажму на перезагрузку. Даже тебя на по-русски говорит пока и привет. Вот здесь, Леша, нажми клавишу F3, быстренько. И теперь наведи на 1280 на вот 1000, да. То есть не сильно крупная, не сильно мелкая. Вот я тебе говорю, что приятно для глаз, и, так сказать, нормально все. Теперь нажми Enter и загружайся. Как говорится, оно того стоило, да? Да. Я это и хотел, именно систему. Хорошая, красивая и надежная система. Так, по паролю тоже надо еще там изменить. То есть свой привыкаю, весь вот вставляю. А сейчас пойдем поменяем тебе пароль, сделаю, будет у тебя твой пароль. Проблемы-то, делов, 5 минут. Но пароль должен быть уже 8 символов или больше. Привет. И в самый низ катимся. Вот идем. Пользователи и группы. Заводи пароль. Навел. Вот пароль. Теперь, значит, не менее 8 там букв, цифр и так далее. Заводи свой новый пароль. Есть. И подтверди его. Ну и нажми на кнопочку «Изменить». И теперь только сам уже пароль свой не забудь. А, нет, там я везде усесть. Ну, главное, чтобы ты его не забыл, вот и все. Да. Ну что, я, значит, Леша, желаю тебе всяческих успехов, значит, и удачи. Ну, вопросы, значит, будут, значит, обращайся. Как ты считаешь, ты для тебя это... Сейчас свяжемся. Да нет проблем, давай, удачи.